Всем привет! Для того, чтобы снять ограничения в PS, для начала нам нужно зайти в папку Steam, затем зайти в User Data. Тут будут разные ID-шники. Это Steam аккаунты, на которые вы заходили ранее. Чтобы понять, какой из них ваш, просто щелкайте по каждому, и в котором будет больше всего ID-шников других, это и есть ваш профиль зачастую. Затем нам нужно нажать на 287700. Зайти в Local, и тут будет TPP Graphics Config. Заходим в него через блокнот, я буду заходить через Notepad. Здесь в строчке Frame Control будет стоять Auto. Нам нужно поменять его на Variable. Затем сохраняем и выходим. Теперь FPS будет разблокирован, но также если у вас нету TPP Graphics, просто поменяйте любую настройку в игре. Если у вас включена вертикальная синхронизация, также выключите ее, если у вас, допустим, монитор 60 Гц. И не забывайте, если вы поменяете любую настройку графики в игре, то FPS придется разблокировать заново. На этом все, спасибо за просмотр.